Одинцовские единороссы проверили, как организовано горячее питание в нескольких образовательных учреждениях муниципалитета. В Большевиземской гимназии, Барвихинской школе и школе номер 17 в Новой Трехгорке. По итогам инспекции замечаний не было. В столовых готовят вкусную еду по типовому меню. Санитарные нормы в пищеблоках соблюдаются, сообщила исполнительный секретарь местного отделения партии Лариса Белоусова.